Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы всадники Олуха. Четвертый день, и мы с тобой забираем 200 листьев кленовых, я так понимаю, да? Опавших. Вот они, опавшие листья. Так, это мы закрываем. Ну, что-то нам принес Беззубик, 2 миллиона рыбы. Угу. Спасибо, конечно, большое. Подожди, я не забрал. Ну, рыбу-то. Какое мрачное место. Неудивительно, что его называли Ледниковой долиной. Гнильцу бы тут понравилось. Если ему вообще что-нибудь может понравиться. Забираем 15 миллионов рыбы. Вернулся из путешествия, сынок? Ага, долго искал яйца громолюдов в Ледниковой долине. Но там и холодрыга. Будешь и дальше тратить столько времени вдали от дома, и тебя ждет холодная встреча здесь, на Олухе, от одной девушки. Ой. Куда так несешься, вождь? Привет, плевака. Тороплюсь позаботиться о чем-то очень важном. Тебе повезло. У меня как раз есть кое-что важное для тебя. Давай построим дома для викингов, пока они не начали драться за место ночлега. Отлично. Разъяренные викинги, похоже, в последнее время я натыкаюсь на них чуть ли не за каждым углом. Молотора. Это самый большой дом, который я когда-либо строил. Тут даже сможет ночевать дракон. И, скорее всего, будет. 15 миллионов рыбы. Вождю часто приходится поступаться личными интересами ради интересов деревни. Но мне тут маленький дракон шептал, что тебе следует уделить внимание своим отношениям, Икинг. Плевака, я как раз торопился к Астрид, когда ты меня остановил. Теперь я уже точно опоздал. Что она, наверное, и разговаривать со мной не станет. Ну, если ты будешь таким нерешительным, то точно не станет. Плевака, у Икинга и Астрид все хорошо? Кто его знает, современные отношения так запутаны. Вот в наше время все было проще, и проблемы были другие. Например, риск, что тебя посреди битвы унесет дракон. Ну да, а сейчас свидание целая наука. Лучше сосредоточусь на расширении деревни. Готово. Вот бы еще проблемы в отношениях можно было решить строительством домов. Плевака, как думаешь, перед стойком когда-нибудь вставала дилемма между личной жизнью и обязанностями вождя? Но так как жены с ним рядом не было, то ему особо нечем было жертвовать, хотя ему приходилось уделять внимание своему уникальному сыну. Видя, кем стал Икинг и во что превратился Олух, думаю, стоик сумел найти золотую середину. Знаешь, Астрид, если тебе когда-нибудь захочется о чем-то поговорить, то я очень хороший слушатель. Спроси ворчуна, и я всегда готов тебя выслушать. Спасибо, плевака, но раз ты предложил... Всегда, только не сейчас. Нам нужно сделать кое-какие улучшения, пока Олух не погрузился в хаос. Я готова. Любая проблема, которую я смогу исправить с помощью молотка и топора, и не проблема вовсе. Отношения — забавная штука, Астрид. Даже любящие супруги иногда хотят скормить друг друга красной смерти. Ух ты, плевака, ты умеешь вдохновить на замужество. Ладно, пожалуй, я не тот викинг, который должен давать такие советы. Если что, ты всегда можешь поговорить с матерью обо всем, что тебя тревожит, даже о проблемах в отношениях. Ладно, я даже не чувствую себя неловко. Почти. Буду иметь в виду. Нам нужно заглянуть в академию, чтобы продолжить обучение титанов. Необходимо серьезное улучшение. Пытаешься сменить тему, Икинг? Да, получилось? Занятия в академии помогают драконам совершенствоваться и преодолевать трудности. Может, стоит открыть академию сыновей? Пытаешься узнать, как у Икинга обстоят дела в личной жизни, а, Валка? Да, плевака. А как стоик разговаривал с Икингом о его личной жизни? Возможно, это мне поможет. Если я правильно помню, большинство разговоров состояли из пары невнятных слов и неловкой тишины, а потом они расходились в разные стороны. Это тебе поможет? Нет, плевака, не поможет, но кажется, описал ты все довольно точно. Плевака, я переживаю за Икинга и Астрид. Икинг так занят обязанностями вождя, что их отношения могут ухудшиться. Будь осторожна, Валка, ты можешь влезть в кое-что пострашнее, чем гнездо вопли смерти. Знаю, плевака, но
Эти все обязанности вождя и потери отца стали бы большим испытанием для любого. Тс, вон он идет. Мам, плевака. Судя по перешептыванию и улыбкам, думаю, сейчас самое подходящее время, чтобы отправиться в очередное путешествие. Ох, у них были такие лица. Уж лучше слетаю в опасную топь. Так, поищите землехвата в опасной топе. Угу. Землехвата теперь, да? Ну что ж, полетели. Будем искать. Так, что у нас тут? Статуэточка, это хорошо. Такая статуэточка нам нужна. Так. Пара барсы и вепри. Давай-ка мы прокачаем. Пускай поднимает уровень. Так, ветрокрыл, подожди секундочку. Нам не хватает древесины, да? Для того, чтобы его отправить. Не хватает, этого мало. Нужно 250. Так, постой пока, я попробую накопить. Да как тут накопишь-то, елки-палки. Хотя с миру по нитке. Так, барсик. Барсик, что мне с тобой делать? Так, что нам сарделька тут притащила? Сейчас глянем. Наверное, шестеренку. А нет, 4 руны. Окей. Пускай летит. Бесплатно. Кривоклык. Ну, тут тусклый янтарь, как обычно. Тут ничего нового и не ожидалось. Погладить рога бесплатно. Так, Грамгильда. Руны, 9 штук. Так, ночные жути бесплатно. Что же мне делать с барсиком, а? Даже не знаю, ладно. Отправим его за древесиной. Пускай собирает. Так, водорез, ты что сидишь тут? Давай собирай древесину, сиди тут, он прохлаждается. Все равно нехватка, да? Так, здесь возьмем топорик. Весночес. Получил у нас уровень, что ли, да? 140 миллионов. Блин, давай рыбу брать. Слушай, он так дорого мне обходится, если честно, на прокачку. Очень дорого. Так, это еще нужно. Это я так всю рыбу, ребят, на него потрачу, если честно. Так, еще последнюю рыбу забираем с тобой. Прикинь. Начать обучение. Перевод в титаны. Даже не знаю, ребята. 5 железа он требует. Буйволорд. Погнали. Пускай идет. Переводим его в титаны. Попробуем перевести. Так, брюхоглот. Тоже лети, обучайся. Так, где у меня модификрылка? Где-то здесь должна сидеть. Так, рыбу заберу. Модификрылка, вот она. 55 уровень. Пускай идет, обучается, да? А ты что сидишь-то, я не могу понять. Быстрее за древесиной лети. Сидит он мне тут. Ты тоже давай не прохлаждайся. Ну-ка, что ты мне принес? Сломанный меч, тусклый янтарь. Я тебе понял. Так, подожди-ка, давай-ка мы, наверное, с тобой сделаем мечекрада или кого, или лучше шипотени. Вот так вот, все полетели, короче, обучаться у меня. Листочек плюс тусклый янтарь. Все, отправили. Академка у меня уже, наверное, скорее всего, забита. Так, у нас есть событие какое-нибудь? Есть, друзья мои, но оно еще пока мне недоступно. Через 18 часов 42 минуты будет только лишь доступно. Так, подожди, я не туда. Вот здесь мне надо глянуть. Да, у меня все забито.
Ну что же, тогда давай заберем с тобой пак бесплатный. Так, монетки Одина в копилку. Ужасное чудовище, крылатый ужас, кривоклык. Шестеренки, так, и ресурсы пошли. И у нас, так, отказаться. Есть еще рекламный, да, один. Берем монеты Одина. Так, у нас уже 200 штук. Лаварык, громобой, кревет и ресурсы. Так, что у нас здесь? Забираем с тобой пак. Выпадает нам из него шипорез, шепот смерти, шторморез, кревет, дагура. И все. Понятно. И тут мы за выполненные задания. Янтарь и 60 листьев получается. Ну давай забирай, господи, что ты их. И еще тут 50. Ну неплохо. Так, отправить одного дракона на добычу. Блин, так вот с удовольствием бы отправил. Но не хватает древесины. Вот в чем проблема-то вся. Он-то готов у меня. Слушай, давай попробуем его все-таки, пока он здесь стоит, ребята. Чего там необходимо? А, тут занято, тут боевой лорд у меня, ребят, сидит. Поэтому он не может туда отправиться на прокачку, к сожалению, пока. Плохо, очень плохо. Так, все лесопилки заняты. 6 часов 30 минут он будет там тренироваться, а ты-то что сидишь? Иди тогда за рыбой лети. Блин, его тоже надо переводить в титаны. Трэш какой-то. Всех нужно переводить. Ну а ты чё? Понятно. Места нет в академии. Ну что? Пойдем за паком вождя. Пока есть такая возможность. Все равно события у нас недоступны. А здесь хотя бы получим немножечко себе драконов. Так, что у нас тут? Ага. Слушай, а как можно, например, сделать еще одну команду? Или здесь только одна? Сейчас попробуем после того, как сыграем. Я хочу посмотреть, есть ли возможность сделать здесь еще одну команду. Запасную, так скажем. Так, добиваем этого. Теперь барсика. Что ты там дергаешься? Воу. Фига ты даешь. Еще я атаку себе прокачал. Но это непорядок. Так, здесь добили. Наверное, хильнуться лучше. Угу. Так, сейчас будет разбег свой делать, естественно. Вот псих-то, а. На тебе. Угу. Так, он добьет мне. Я не удивился ничему абсолютно. А мы добьем его. Вот и прекрасно. Ну, а здесь, я смотрю, у нас такая буйная команда. Шепот смерти, Клывокрив. Ну и Престиголовые тут. Вот они как начинают буянить. Блин, а этот же сейчас, наверное, накопит энергии, да, и сделает свою суператаку. Как-то нужно его остановить. Ах, ты. Ну, барсику крышка, ребята. Однозначно его сейчас уничтожит. Твою же налево, а. Ох, ё-моё. Ты смотри, что творит, а. Так, мы, наверное, в первую очередь вот этого сейчас будем бомбить. Поехали. Раз. Так, ты успокойся, не надо своими фаерболами. Нет, все равно бомбит. Два, и добивочку надо ему срочно сделать. Добивочку, все. Так, теперь разбираемся с этим. Если что, будем хиляться. Так, нормуль. Укус.
Добьет, нет? Пламенем сейчас, да-да, добьет, ребята, конечно же. А мы добьем его. И победа. Ну, а в этом поединке, я смотрю, у нас есть сарделька. Ага, так, начнем, наверное, с водореза, я так понимаю. Да, скорее всего, начнем с него. Так, сейчас вдвоем сходят, да? Блин, вот это плохо. Ух, ё-моё. Блин, мы потеряли с тобой штормореза. Это факт. Гаденыш, а? Ну что, нам надо брать его хомутать, скорее всего. А как ты его захомутаешь? Без понятия. Сейчас атака будет усиленная. Все, тут трэш, короче. Он его уничтожит сейчас. Ну и каким макаром нам его тут бомбашить? Я ума не приложу. Давай я так попробую сделать. Бред, конечно, это все. Хотя... Хорошо, ну мы вмазали, если честно. Очень хорошо. Так, укусик. Давай еще свою суператаку, чтобы... Вот, молодец, красавчик. Почти уничтожил. Так, а мы сможем с тобой... Отлично, ребята, отлично. Что ты сделаешь? Ну что, что, что ты? Да иди ты в пень. Круто же, согласись. Ну что же, в этот раз нам повезло немножко лучше, потому что мы заработали с тобой редкий пак, который будет у нас потом открываться. И мы открываем пак вождя. Так, кревет, кошмарный пристеголов, костолом, парящий прихвостень и вострозуб. Грамгильда. Да ладно. Ну смотри-ка, чемпион, стальной капкан нам выпал еще. Ну что, пойдем за этим паком? Давай сходим. Все равно нам нечем заняться пока. А лишний пак, он лишним не бывает. Мало ли выпадет какая-нибудь интересная карта. Так, и тут довольно интересная компания. Хофер плюс Громель. Ну и как ты видишь, тут вражеский барсик еще притулился. И у них тут 16, 16 и 17 уровни. Серьезная такая заявка. Блин. Вынудили просто, вынудили меня так сделать. Барсика потеряем, скорее всего. Куда лучше бомбить-то? Давай сюда. Сейчас уничтожат. Ох. Так, погоди-ка. Погоди секунду. Ну, его, естественно, завалят, понятное дело. Громли сейчас фаербол запустит. Угу. Это очень мощная атака. Мы понижаем ему. Блин, я хотел понизить ему вообще-то защиту. Ну, взяли и отхилились. Слушай, все, ему крышка. Он еще и промахивается. Вот как-то так. Ну что, ребята, немножко изменил себе команду. Давай попробуем вот такой поиграть. Ага. Да я даже не знаю, ну давай, наверное, вот сюда укус сделаем. Пока. Мы с тобой, ну вообще тут самые-самые слабенькие, если честно. Посмотри на наши ХП и на наш уровень. Ох, сейчас нас тут будут уничтожать, просто уничтожать, ребята. Это что такое? Понятно, это мы можем только на себя применять, да? Сейчас мы попрощаемся с этим. Хотя, подожди. Еще поздно, как говорится. Точнее, еще рано тут делать какие-то выводы. Так, допустим. Прощай, дракончик. Угу. Так, и добивка. И остается у нас с тобой... Он сейчас, конечно, меня уничтожит, да? Ну, что ты хочешь, ребят? Ну, слабый, слабый. Я рад бы
ими воевать, драться. Ну, ты же сам видишь, что от них, ну, никак не получится, никакого эффекта нету. А Шторморез, я не знаю, сможет ли вообще здесь выиграть против этого. Я, конечно, пытаюсь, не забывай, что он сейчас может защиту поставить себе. Не зря он. Вот, 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 я про это тебе и говорил. Что он сейчас будет защиту ставить. Сейчас на ничью, да, выйдет. Щит мой ему пробьет. Если я еще раз бомбану, то ему крышка. Да чтоб тебе. Все, ребят, ничья. К сожалению, ничья. Вернул я свою команду. Как ты можешь понимать. Ну, ребят, вы видели эффект. Мы слабые были по уровню, поэтому мне пришлось опять же взять своих самых максимально прокачанных драконов. Вот так вот. Угу, Костолом, вот что делает, а? Смотри, что творят. Хинуться. Ага, мы этого уничтожим. Нужно теперь что-то делать с Костоломом. Попробуем вначале так сделать. Сейчас он накажет Барсика. Я нисколечко не удивлен. Давай. А зачем я сделал отхил, скажи мне на милость, если у нас практически фул хп было. Это моя тупость. Вот сейчас из-за этой тупости мы потеряем с тобой нашего Штормореза. Ага, зачем он это сделал, я не знаю, ребят. Тупостью он, конечно, тоже занимается. Все, ему крышка. Что он там сделал? Бафнулся неудачно. Ну вот и второй пак вождя. С удовольствием я его открываю. И у нас выпадает громобой, шепот смерти, кревет, парящий прихвостень. Ага, барс и вепри. И опять же стальной чемпион капкан. Это круто. Два раза подряд выпал нам стальной капкан. Так, получаем 10 рун. А еще что-то здесь. О, и 100 листочков, что немаловажно, ребята. Мы с вами копим. На этот раз мы не должны упустить шанс получить яркого ужаса, который стоит 8000 листьев. Пока у нас всего лишь 510. Надеюсь, будут события именно на листочке. И надеюсь, мы с тобой все-таки сможем накопить. Ну, вроде бы пока на сегодня, ребята, все. Так, он не хочет, да, у нас идти на добычу. Так, лети за рыбой. Так что, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.